Привет всем друзьям и гостям моего канала «Все получается вкусно». Друзья, сегодня яблочный спас. Мне привезли яблоки, друзья, и сегодня я буду делать варенье на пирожки, на пироги такими долечками. Варенье дольками. Значит, что для этого нужно? Мне нужно почистить яблоки от кожуры, потому что она все-таки жесткая, и в пирогах, в пирожках будет не очень. Поэтому мне нужно почистить от кожуры и порезать на дольки. Ну вот, яблочки я почистила. Получилось у меня 4 килограмма. Конечно, лучше брать яблоки твердых сортов, как у меня, потому что яблоки такие мягкие, как мельба, они развалятся и дольками не получатся. Лучше делать с нее, конечно же, повидло. Хотя здесь попадается тоже мельба, но ничего, пускай она будет для аромата, а мельба очень ароматные яблоки. Значит, смотрите, лью я сюда 200 грамм воды, это чтобы не пригорело, и буду класть сюда 4 килограмма сахара. Ставлю я на небольшой огонь. Надо довести наши яблочки до кипения. Ну вот, яблочки закипели. Я выключаю и оставляю до полного остывания. Яблочки остыли, и я теперь ставлю их второй раз. Довожу до кипения. Сейчас я размешаю вот так осторожно, видите? Изменила цвет, стал прозрачным под низом. Теперь я помешаю и довожу до кипения. И снова оставляю. И так делаю 3 раза. И уже оставлю, вот сейчас вечер, оставлю на ночь. А утром уже доведу до кипения и буду уже закрывать в баночке. Ну вот, хорошо закипело уже. И я выключаю и оставляю до утра. Ну вот, хорошо закипело уже варенье. Третий раз. И буду теперь раскладывать. Вот так размешаю хорошо. Выключаю. Укладываю в баночки. Видите, ничто не расползлось. Все остались они целенькими. И не надо стоять над плитой, караулить, чтобы не подгорело. Очень легко и просто делается это варенье. Закрутила я варенье. Из 4 килограмм яблок получилось 8 баночек. А что остался? Это можно саладушками покушать. Вот смотрите, какое получилось варенье. И долечки все целенькие остались. То есть они не будут растекаться в наших пирожках, пирогах. Это самый простой способ и мой любимый. Я всегда так закрываю на пирожки яблочное варенье. Готовьте такое варенье
И оно вас всегда зимой выручит, когда захочется чего-нибудь сладенького испечь. Готовьте с любовью, и у вас будет получаться все очень вкусно. Всего вам доброго. Пока-пока.